Всем привет, друзья! Сегодня 24 июля. Я хочу вам показать обзор своего огорода и немножко сада. Уже так прям много всего есть интересного, что можно показать. И видео получится большим. А так как у нас слабый интернет и проблемно загрузить длинное видео, поэтому я разделю его на две части. То есть сниму вам минут 10 одного видео, и потом будет вторая часть. Поэтому, кому интересно посмотреть наш весь огород, обязательно ищите и ждите второе видео. Это первая часть. И сразу же за ней выйдет и вторая часть обзора огорода. Вот показываю вам нашу смородину. Она вообще у нас белая, когда перезревает такая, что уже вот осыпается, ягоды становится. Такой розово-белой, яркая такая, очень вкусная. И черная смородина, это сорт ядреная. Вот такая. Сегодня начинаю не с овощей, а со смородины. Вот посмотрите, с черенков какая большая бругмансия выросла. Это череночки этой весной посажены. Уже вот смотрите, будет даже цвести. Давайте сейчас перейдем на виноград. Виноград в этом году будет очень хороший. Посмотрите, какие гроны. Их очень много. Я по всему винограднику идти не буду. Он еще зеленый. Но взгляните, какие вот гиганты. Будут по 2 килограмма, как минимум. Это у нас преображение. И все вот такие огромные гроны. Тут уже по килограмму, но он еще зеленый. Килограмм, полтора, очень большие гроны. Вот тут у нас монарх, тоже большой. Ну, давайте еще один ряд покажу. Это Диксон виноград. София. Надо уже перевязывать. София, смотрите, какая красивая, шикарная грона. Это замазано, если что. Он не заболел, я его вовремя обработал, спел. Но во многих уже поболел виноград. Обзоры сортов будут в сентябре или в августе. Ну и там у нас много пошло винограда. Покажу его попозже. Покажу вам лилии, которые очень пахнут. Уже, правда, цветаются. Это белая лилия такая. И еще вот такой цвет есть. И травянистый гибискус. И созревают у нас вот такие персики. Сорт не помню. Надо смотреть в записях. У меня много персиков. Вот этот очень вкусный. Это томаты с моей мини-теплички. Посажены для раннего урожая. Мы их едим. Астры. Ну, покажу вам помидоры в разном состоянии. Бурьян не убирали. Мой любимый Little Pinky. Посмотрите, еще не обрезаны листочки. Мой любимый сорт низкорослой дрова. Увешан весь помидорами. Ну, где вам показать подобный. Плодов очень много, смотрите. Там все-все, весь ствол в плодах. Хризантемы мультифлоры. Кстати, хризантемы уже цветут. Ну, а в основном все помидоры вот в таком состоянии. Листики мы обрываем. Прополочка будет на этой неделе. Уже созревают. Вот. Это сорт киви созревает. Помидоры в таком состоянии. Бурьян мы уберем. Как видите, урожай будет неплохой. Это все у нас туда пошли томаты.
и покажу сейчас же хризантемы, которые цветут. Это какой-то ранний сорт. Уже зацвели шарики цветущие. Он будет цвести аж до заморозка. Лук мы уже собрали. Зацвели у нас подсолнухи декоративные. Кстати, покажу сейчас вам, какие красавцы цветут. Смотрите. Вот такой вот красивый. Цвет вообще обалденный. Те еще не цветут. Будут позже. Смотрите, как в тенечке классно растут астры. Тут тенечек постоянно им. Они тут развиваются очень классно. И разные перчики декоративные. Это декоративные горькие перчики. Разные сорта. Есть с разными интересными листочками. И вот видите, все это будет позже. Когда уже будет созревать, будет яркая краска. Будет интересно посмотреть. Помидоры осталось 20 рядочков подвязать. Всего лишь это и много, и немного. Вот. Но мы их подвяжем. За это можно не беспокоиться, потому что хотим получить их урожай. Вот в таком состоянии. У нас еще куча капусты, баклажанчики, перчики. Могу вам показать из интересных новинок мурасаки фиолетовый. Японский перец, это сладкий. Фиолетовые листочки, фиолетовые цветочки и черные вот такие перчики. И очень понравился сорт черный конь. Посмотрите, черные плоды растут вверх. Вот они. Очень неплохой сорт. Очень вкусный. Про другие сорта буду рассказывать позже вам. Немного перчиков. Уже выпустили колосочки. Вот эти пенниситумы. Декоративная просто. Смотрите, какие большие колос. Вот отойду. Фиолетовый лист. И высокие красивые колос. Такой колосочки. Немного цветов. Целозия. Вот такие прикольные цинии. Или как нас называют, майоры. Оранжевого цвета. Красивый оранжевый цвет. И вот такая прикольная капуста. Сейчас отойду. Посеченные листочки. Еще у нас зацвели вот такие подсолнухи. Название у меня записано, так не помню, сразу не вспомню. Этот сорт вообще уникальный тем, что вот смотрите, будет куча соцветий. И они все зацветут. И вот срезать, и будет такой один огромный букет. Обалденный подсолнечник декоративный. Вот он цветет. Очень красивый. Полный вот такой. Ну прям класс для срезки. А вот томатик. Покажу вам. Смотрите, какой плод. Это такой сорт. Название не помню. Вот, смотрите. Такие всякие звездочки прикольные. Вот такие. Это не чесночный, а другой. Другое название. Очень интересный. Огурцы уже отходят. Уже... Это ранние огурцы, вот даже посохли. Уже здесь на семена остались огурчики. Вот смотрите, какая классная у нас цветная капуста. Вот. И белокрылка. Немного, но есть. Я не обрабатываю, потому что мы ее едим, и брызгать ее не хочу. Морковка. Вот такая огромная кольраби. У нас... Это тоже огурчики уже на семена идут. Уже отошли полностью. Декоративный. О, что я сегодня все декоративно. Кормовой буряк.
Там у нас люцерна. Там был крот. Уже заросло, даже не видно и следа от крота. И я пришел к такому интересному, экзотическому нашему участку огорода. Здесь у нас мамардика, трихозант и лагинария. Но начну их показывать. Уже есть лагинарии, но начну их показывать в следующей части обзора за 24 июля. Кто не подписан на канал, подпишитесь, поставьте лайк. И я на этом моменте прощаюсь. Встретимся во второй части, где я буду показывать вот эти все тыквенные экзоты. До следующего видео.